Всем-всем салямчики, братанчики, принцессочки, всем здравствуйте, ребят. Попытаемся записать совместное видео с Дабом. Даб, еще раз, hello. Metro Channel в описании, Даб Плейт, подпишитесь. Мы вам пытаемся показать, как можно прокачаться, ребят, с начала сезона. Все, let's go. У нас free armor, у них sex armor. Let's go. Скажи. Оу, shit. Бот? Stupid bot. Yes. Скажи, что у нас еще не вышла арена Breakout. Escape from Tarkov. Еще игра не вышла у нас. Скажи им, мобильная. Поэтому мы не играем. Нету в магазах? Нету, нет. Escape from Tarkov. No, not play App Store. They don't have in shop, in App Store, they don't have this arena Breakout. They don't have Tarkov. Tarkov you buy from their website. Tarkov ты покупаешь на website. Battlestyle. Mobile Tarkov или ПК, PC Tarkov. It's for computer or yes. Mobile. Компьютер есть. Я думал, что мобайл. He was thinking that mobile game. No, there's a mobile game kind of like it called Arena Breakout. Yes, yes, Arena Breakout, yes. And that should be out in the next months, I think. For mobile, really fun. I'm gonna play a lot of it. Try to get leaderboards. Собирается. Где-то месяца через два выйдет на этом вот. На Arena Breakout? Он собирается играть в нее. Да, yes, yes, I'm Arena Breakout очень play. Очень много собирается играть. Yes, yes, I'm тоже play. Ты начался play на Arena Breakout. No camper. No camper, good. Go looting box. Pop box. Вот, смотрите, ребят. Сейчас он лутает 4 ящика. Я прикрываю, когда вы играете в начале сезона, тоже вам советую по сторонам полутать, потому что у вас явно не будет оцинкованной ткани, но вы можете купить, ребята, пару штук противорадиационного препарата. Radiation препарат. И спокойно залутать, попытаться КЗшку. Но если у вас ее нет, вы можете просто бегать, лутать КЗшечку. И пока он лутается, я контролю эту сторону. С точки зрения логики, если люди пойдут с этой стороны, я его прикрою. Но если они пойдут с прямой линии, то я его не прикрою. И очень, кстати, нелегко прокачаться с человеком. В плане того, что мы друг друга не понимаем. А так вот, ребят, можете спокойно залутаться, даже с человеком, которого вы не понимаете друг друга, можете спокойно залутать эту КЗшку в начале сезона, собрать эту выкладку. Я не стал вам показывать, потому что смысла показывать нету, 100 раз вам показывал, вы уже знаете, что закупать, что можно черный рынок бесплатно 7 раз прокрутить и выйти просто подлутаться. Но не забывайте, что, еще раз повторюсь, против нас играют 6-го левла противники, а против вас будут такие же бичи, как вы. Поэтому вы спокойно можете в дуо прокачаться. Я показывал прокачки в дуо в соло, да? Но не показывал вам с дабсплеем. А теперь покажу с дабсплеем, как можно это прокачаться, ребят. Так, People? No. Окей. Radiation, yes. Yeah, I'm good. I'm fine. Woo! Okay, Kumis, I did all 4-1. Он залутал 4 ящика? Он 4 залутал. Good job. I'm the best around. Let's go. I'm looting. You defend. Okay. Только ту сторону скажи ему. А он понимает? Good. Okay, он меня понял.
Так, все получилось. Сначала надо пробежаться, ребят, радиозону трогать не буду. Clear. Ауч. На, хаешку дам тебе. Дабс. Watch out! Watch out! Хае, ГГ. Окей. Все, так, у нас выход еще в жопе мира. Нам еще надо добежать до выхода. Так, пойдемте, мне надо 4 ящика залпать. Такс. Здесь, ребят, мы включим музыку. Пока я здесь буду лутаться, ребят, подрубаю музыку, которую мне скинет Dubsplay Music. Dubsplay Music. Все. 1, 2, 3, go music. Так, сейчас тут пьем залутать. Лутаем последний ящик. Оу, щит, слиток, голд. Let's go. Вот так вот, ребята, вы можете спокойно залутать эти ящики. Вот так мы залутали. Можете залутать КЗшку. Можете приобрести вот такие противорадиационные препараты. Ай, блядь. Сука, блядь! Больно! Так, можете залутать, да. А сейчас покажу, как проделать радиационную... Зачем? Все скинем ему. I'm saying you, I'm... По сути, видите, нам не нужно... Здесь ничего не надо. Просто мы вам хотим показать, как можно спокойно залутать. Также вы можете завязать вот эти противорадиационные препарат. Сейчас я его подключу, покажу быстро, как он работает. Видите, по мне зона бьет. Просто очень много новичков будет. И здесь вы просто включаете этот радиационный аппарат. И все, и он убирает. 2-3 минуты работы, вы спокойно можете лутаться. Ладно, КЗшку мы залутали. Ребята, мы вам показали. Нам, по сути, этот лут уже не нужен, так как я и так топ-1 мира. Вот столько здесь до лута скинули. Чё, let's go! Coming back! Сейчас самое сложное. Как выжить. Вот так же вы можете прокачаться, выставить. Один сторону один человек прокачался. Другую сторону другой человек прокачал. И все. Yes, people. Стоп. Watch out! Наша задача, ребята, выжить.
Пальца вначале не советую так же. Оу, камбэк! Гуд. Let's go, Kumas. We have so much money. Yes, yes, yes. Go, go, go. We're rich! Schnelle, schnelle! Bistro! Вот так вот, ребята. Питчи будут выживать в начале сезона. Удапса, ворон, ёпты. Как сказать спокойной ночи на английском? Good night, да? Good night. Go, 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 go! Cool, miss, look. Yes. I brought it all. No, thank you, no. I got supplies. One is for you. Number one, you. Thank you. For you. Так, ладно, you go. Watch out. You go. Okay. Go, yes. Now we both rich. Thank you, Dubs. Big, big thank you. Thank you, Kumis. Yes, мы это сделали, наконец-то. Вот так, ребята, можно прокачать на канал Дабса. Я скину ссылочку, channel на его. Переходите, подписывайтесь. Он стримит метро, классику стримит. И будет еще новые игры стримить. Так что, ребят, если вам данное видео, муви заходит, нравится, пишите плюс в комментарии. Буду почаще делать совместные коллаборации с Дабс Метро Рояль. Всем спасибо. Всем до 12 сезона. Всем спасибо. Пока-пока.